представляю главного судью соревнований, исполнительный директор Федерации армейского рукопашного боя, мастер спорта по армейскому рукопашному бою Андрей Чебанёв. Представляю участников матча за третье место. Весовая категория до 60 кг. Московская область. Черник Виктор, кандидат мастера спорта. Его оппонент Республика Беларусь. Липницкий Валентин. Весовая категория до 65 кг. Алексей Зубков, мастер спорта. Шахбасов Вахид, кандидат мастера спорта. Весовая категория 70 кг. Дмитрий Молодцов, кандидат мастера спорта. И кандидат мастера спорта Петрухин Антон. Весовая категория 75 кг. Денис Леонов, кандидат мастера спорта. Владислав Стома, кандидат мастера спорта. 80 кг. Рашат Кайчакаев, кандидат мастера спорта. И кандидат мастера спорта Илья Горох. Весовая категория до 85 кг. Денис Давыдов, заслуженный мастер спорта. Его соперник Александр Сущий. Весовая категория свыше 85 кг. Заслуженный мастер спорта Владимир Машкатюк. Кандидат мастера спорта Павел Пархоменко. Давайте пожелаем ребятам хороших зрелищных боев и показать все свои самые лучшие мастерство. Спортсмены, направили фух для подготовки боевых шагов. Марш, весовая категория. Виктор Черник, Московская область, и Валентин Лепницкий, Республика Беларусь. Приготовиться. Весовая категория до 65 кг. Алексей Зубков, Вадим Шахбазов.